А мы вновь приветствуем вас в нашей музыкальной студии в Юго-Западной башне Вологодского Кремля. И в нашей студии новые гости. Это Мария Запольских, музыкант, автор песен, и Тамара Шмонова, также музыкант. Вместе девушки образуют проект «Тома». Мария, расскажите, с какой песней вы к нам сегодня пришли? Мы пришли для того, чтобы исполнить нашу песню «Падали». Песня об отношении каждого человека к тяжелым жизненным трудностям, наверное, скажем так. Ну, к тяжелым, к военным каким-то годам, которые бывают в жизни, ну, каждого человека, не побоюсь сказать. Давайте послушаем. Я босиком по ручью не пройду, а пролечу светлым обликом. Что написано судьбой, то останься за кормой легкой лодицы. Замертво, далеко за морем падали, не терялись, падали, а здесь запахло дна. По мольбам до огня, по остывшим следам боль зорницею. Вдаль, словно след по воде, уйда навстречу бете белой птицею. Погребальной золой, а величавой зарей славить Господа. Падали замертво, далеко за морем падали, да нить не порвать, падали.
Спасибо за эту прекрасную песню. Мария, Тамара, хочется еще раз поздравить вас с праздником, с Днем Победы, ну и всех наших телезрителей тоже.